жидкость с фронтальной камерой, смартфон Vivo V21. Оцениваем качество видеосъемки, как пишет звук, динамический диапазон, цветопередачу. Оцениваем стабилизацию. Напомню, что у нас на фронтальной камере в смартфоне Vivo V21 присутствует как электронная, так и оптическая стабилизация. Вот так против солнца. По крайней мере, на экране смартфона я ее вижу. Жаль, что только Full HD 30 кадров в секунду снимать может смартфон. И зум на фронталку у нас двукратный. Оцениваем стабилизацию, цветопередачу, работу с экспозицией. С экспозицией вот так у нас. Динамический диапазон. Вот видите, да, как с экспозицией?